Защитник «Локомотива» Егор Яковлев в межсезонье может сменить клуб. Контракт с железнодорожниками у него истекает 30 апреля, а предложение его продлений пока не поступало. В эфире КХЛ ТВ игрок сказал, что находится в ожидании. По данным СМИ, к Яковлеву проявляют интерес несколько клубов, в частности, магнитогорский «Металлург». Яковлев – его воспитанник, но никогда не выступал за «Магнитку». Накануне хоккеиста включили в состав сборной России для подготовки к матчам Евротура и Евровызова.